Сегодня 19 августа. Неожиданно июля. У меня все время путается день, недели, месяц, число. Не задается мне что-то. В общем, сегодня неожиданно образовалась работа по изготовлению забора. Ну, то есть, работа эта была запланирована заранее, но сделалась почему-то только сегодня. Вот такой кусочек забора. 13 листов. 13. А нет, 12 листов. Профнастила высотой 1,70 м. Весь забор в этой вот части будет 18 метров. И плюс пристегну к нему с той стороны кусочек трехметровочку. Ну, то есть вся заборная часть будет обшитая порядка 21 метра. Вот этот хвостик осталось зашить. И остальной забор. Ну что, вот я забор высотой 1,70 м. Не знаю, конечно, это явно не 1,70 м здесь. Но у меня здесь снизу большие просветы. В дальнейшем я их закрою сеткой. А так получилось, у меня просто забор перекошен с одного угла на другой. Делать его ступенькой не захотел. То есть вот эта часть явно ниже той. Эта часть еще ниже этой. То есть у меня, в принципе, участок идет оттуда сюда вниз и еще вот отсюда сюда вниз. То есть такой специфический. Везде наклон. И когда что-то решаешь, думаешь, что делать. Ступеньки или снизу сетка. Наверное, снизу сетка будет лучше. Ну вот как-то все так и сделано. Естественно, забор делается уже по второму разу. Сначала был сделан лицевой забор, поэтому технология уже отработана до безобразия. И вот здесь, как одна из хитростей, в принципе, я всем рекомендую так поступать. Вот это вот входная калитка, это ровно один лист профнастила. Вот его 120 сантиметров отсюда до сюда. Запорная планка упорная. Здесь уже врезана дырка под замок. Он еще не куплен. Замок будет только изнутри. Это чисто дворовый забор. Тем самым я закрою свой участок площадью 6 соток. Это будет двор. Он уже является двором. Он уже, по сути дела, закрыт. Осталась торцевая, боковая там, а здесь за теплицей задняя стенка тоже будет делаться в виде забора двухметрового. Но это уже, скорее всего, в конце сезона, когда теплица будет готовиться к следующему году, где-то обшиваться поликарбонатом, где-то обшиваться профнастилом. Вот такая сегодня неожиданная работа. Почему не закончил все и сразу? Ну, честно скажу, тяжело. Это все делается в одни руки, и поэтому это тяжело. Сколько смог, столько сделал. Дальше уже нет ни желания, ни по большому счету необходимости. Потому что еще под работу выделено 2 дня. За эти 2 дня я все обошью. И останется у меня вот этот вот хвостик забора. Тоже, как говорится, только бери да обшивай. Поставил инструмент, сверли, привинчивай, пробуй. Будет внутренний двор. Под цветник, под беседки,
под легкие вкусные грядки. То есть это не хозяйственный, не овощной, а будет такой двор в свое удовольствие. Ну вот как-то так, малята. Хочешь сделать что-нибудь, потихоньку делаешь. Потом смотришь, и получилось. Лето. Как ни странно, хоть казалось, что лета в этом году не будет, лето все-таки есть. А так, на сегодня все. Пока-пока.